Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня появился страх публично опозориться, хотя такого не было. Но на фоне болезни иногда появляются симптомы тошноты. Не могу нормально теперь жить дома спокойно, а когда выхожу на работу, сразу симптомы усиливаются. Я боюсь ездить на работу в общественном транспорте. Подаюсь в панику и еду на такси. К врачам я пойду, дабы вылечить симптомы, но со страхом, как быть, помогите, пожалуйста. Ну, что же, если мы говорим о страхе, то я бы, наверное, обратил бы внимание на недовольство ваше, на некоторую злость, на некоторую агрессию, может быть, которая у вас имеется. Вот, потому что то, что вы боитесь опозориться публично, да, это вот как раз история про то, что вам хотелось бы как-то себя проявить, вот, хотелось бы как-то себя выразить, но вы себе это запрещаете делать, находясь под давлением как раз таки вот окружающих людей, да, другого мнения, и вот это вас сдерживает. А в болезни, кстати, вот в частности гастрит, тоже считается психосоматическим симптомом, вот чувство стыда, какого-то стеснения, да, и так далее. Поэтому самый лучший способ решить вашу проблему, это пойти на психотерапию, вот. А так, ну вот, попробуйте увидеть более предметно, да, чего вы боитесь, что именно вот в позоре вас смущает, пугает, напрягает и так далее. Потому что сейчас это максимально неопределенно, максимально общее звучит, да? Вот, попробуйте, пожалуйста, это увидеть. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго.